Это видео посвящено трем локациям. Список мы видим на экране. Итак, давайте двигаться степ-бай-степ, как говорится. Успенский собор. Сейчас он находится, летом 2021 года он находился на реконструкции. Как мы видим, был одет в строительных лесах. Сам собор является крупнейшим храмом города и является даже кафедральным собором Варнинской митрополии Болгарской православной церкви. Был заложен в 1880 году и открыт для служб был 6 лет спустя. Ну, строился он, в принципе, как памятник освобождения Варны от османского владычества. Над иконами, фресками и витражами собор работали как болгарские, так и русские мастера. Но основная часть фресок внутри была написана уже после Второй мировой войны. Высота храма, кстати, почти 50 метров. Следующая наша локация – это памятник царю Калаяну, который находится рядом с Успенским собором. Его еще называют греко-бойца. Это один из самых известных правителей Второго Болгарского царства. Это именно при нем в ноябре 1204 года папа Иннокентий III признал Калаяна королем, а болгарская патриархия стала независимой от Константинополя. И в короткий срок Болгария превратилась в сильнейшее государство Балканского полуострова. Где-то 500 метров от этого памятника находится небольшой монумент павшим болгарским воинам в глупой и бессмысленной болгарско-сербской войне 1895 года, когда правители между собой о чем-то не договорились и, в принципе, два братских народа проливали кровь.